Не греет, куда? Лампочка светится, но не греет. Посмотрим. Ноль эмоций. Угу. Так, не так. Ну, это явно тен надо менять. Так, давайте будем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что тут? Тен меня. В прошлый раз, мы вроде вас и в прошлый раз смотрели. Да, да, да. Такая же ситуация. Нет, сейчас тен, походу, вышел из строя. А по-моему, в тот раз тен у меня был. Нет, вот эту штуку меняли мы. А, так сейчас попроще? Да нет, тут надо сливать воду, разбирать полностью. Понятно. Так. Лампочка. Лучше не смотреть. Ведро. Не, зачем ведро? Ведро есть. Это что-то по этому. А что мы тогда поставили? Да, вот этот получается. Ну все, ты знаешь, как надо записать трюки. Лично мастера этого бойлера. А в чем причина такого быстрого? Ну что, песок сейчас будем выгребать, Наташ. А? Песок сейчас будем выгребать. Там много мусора. Песок там. Там песка немерено. Ну я говорю. Да что тут говорить? А что это такое? Здесь новые технологии? Кремедик такой? Ну это паста, да, чтобы. Но пакли упаковать, так чтобы она не сохла. Угу. Раньше нам на краску упаковали. Ну да. Но краска со временем затвердевает, и потом не открутишь. Ну и пакли. И пакли, да? Трухнет. А это оно, ну, грубо говоря, благотворятные условия для пакли. Оно не сохнет, не портится, угу. Не гниет от этой пасты. Угу. Я в нате всякую фигню, как его. Я понял, что это фигня.
Вот эти как изолента. Фумлента? На ленты, да, вот эти. Пакли есть пакли. Ну да. Еще и с краником. Вообще красота. Это или не краник, или что это? Это типа, чтобы сливать воду. Ну сливать. Нажал, он будет сливать, правильно? Угу. То есть не надо уже будет это все откручивать? Или надо тоже? Не, ну надо будет, конечно, если чистить. А, если чистить надо, да? Ну, чтобы его поменять, надо перепаивать трубы, чтобы сделать, чтобы можно было сливать. Так не получится. Ладно, там тебе виднее, не буду тебе мешать. Так, все, можно откручивать. Чуть-чуть линуть. Я понимаю, поэтому. Может и не линуть. Другую терку, да? Ну, какую-нибудь надо. А терку просто? Тонкую, да. Ну, давай я дам тонкую терку. Ну. Давай пониже, так ничего страшного. Здесь еще одна терка. Могу дать тебе. О, ну, песочек наш, любимый, родимый. О! Красавец. Ну да. Ну так видишь, какая красота. Угу. Все как говно. Так, а там? Там нормально говно. Угу. Точно. Ты же сантехнику же делаешь? Ну, конечно. О, так вот мы потом с тобой делаем, я покажу, что мне надо. А ты потом подумаешь, как это сделать и когда. Угу. Прокладку оттуда вытянуть безболезненно. Вот, полосни его. Давай сполоснем его безболезненно. Тут можно, да? Да, но здесь уже поможет, ничего же. Он все равно почистит, поможет. Нам надо. Так, ну ты нам уже не нужен, так что можно. Что? Тен нам уже не нужен. Да, тен нам не нужен, нам надо. Ставили, то вот, надо снять ее.
Да, она может могла так прикипеть, что сейчас буду снимать, она порвется. Не, ну она порваться, она будет жопа тогда. Ну да. Логично? Угу. Логично. Они продают эти лодки? Так вот именно что нет сейчас. Ну только под заказ разве что. Прикипело, да? Сейчас попробую аккуратно подвернуть ее туда. Ножичек дать? Ну, если какой-то, да, может, не сильно острый такой, чтобы чтоб не помнить. Вот удобно в руке, посмотри. Один удобный в руке, второй. Это тупее. Как-то отсюда ее подковырнуть. Да ладно, пусть висят, повесь. Или надо перейти? Пройдись по кругу еще раз. Крути. О, красавица. Дай там другой нож. Окей. На этот пробуй, этот нож ломать. Мне жалко. Ты застряла странно, должна была выйти. Да тут надо просто снимать, наверное, так. Забыл ты за два года, как ты менял этот. Аккуратненько, аккуратненько, красавчик. Красавчик, ну все, умничка. Не там может даже быть где-то и трещина, потому что так ее не видно. Угу. Но она есть. Давай подержу, ты греби. Угу. О, подержу. Так, ну теперь это такое. Хорошо? Бери теперь. Да, вот это. У меня знакомый рекорд был 2 ведра из бойлера. Это мы еще поняли, что у нас? Да, сейчас. Как у вас вода там, в том, в водоносе? Я, кстати, свой бойлер за 10 лет один раз почистил. И, ну, допустим, 10 лет прошло, я открыл там, немного почищу. Ну, фильтры у тебя стоят, нет? Не, немного ничего. Ну, не так уж там много было. Ну, у нас пустота хрена, у нас на чайнике будет пустота херенча. Ну, что, капец? Ну, не совсем, ну, капец. А что-то хрена мусора, это что, красный труп будут? Я переваривали. По улице, три раза, по-моему, зовут. А то всякие гадости.
Так, ну что, включаем? Ооо, по-моему. О, сколько гадости. Я вылезу. Давай вылезу. Так, что там у нас? Все принесли и все. Держи. Тоже чистить. Уже ничего нет. Понятно. Все. Оно ж мы не успевали перекрывать, они же, помнишь, тупую. И оно сюда заходило все. Сливать не сливая, а более много чего гадости зашло. Опа. Это что? Так не мешай нам. Это такое же, или другое немножко? А другое, по-моему. Это такой лайфхак, чтобы болты. Лайфхак, говорю, такой, чтобы болты не выскакивали. Ну, потому что когда пытаюсь одеть флянец, они начинают выпадать. А это хоть бумага чуть передержит их. Где там еще? Еще было? Можно взять это? Там на ванной открытого вкрытого. Там уже все туда, куда мы тогда кладем. Я не слышу, что там сейчас. Так, вот этот клапан для чего? Знаете, вы вообще в курсе? Нет. Это если повышается давление в бойлере, оно стравливает воду.
Если тут большое давление, правильно? Да. Если, допустим, не сработала вот эта штука, и вода начала кипеть. Не взорвались трубы, не бак, оно устравливается. Всё, понял. Поэтому может капать, а может и не капать. Ну, будет капать, если позвонить, это страшно. А там звонить не надо, там шланг покупается в гейзере. Что? Покупается шланг в гейзере в магазине специально для этого. Он специально для вот этого... Не, подожди, я что-то, давление здесь мы вряд ли будем делать, поэтому не переживай. Не, ну... Я увижу тебя. Я в том бане, чтобы мы есть этот. Так, кто меня мал? Ты сильно не тери, ты его сейчас повытираешь. Давай, я туда. Давай лучше покручу туда. Что? Даскишь, полтаскишь? Да. Столько смешного сраку, блин. Ночью кучу, кстати говоря. Сейчас нам счет придет звездным. Так они уже выставили этот тариф? Тариф, да, уже все. Уже сняли льготы? Да, 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 уже все. Уже мы упали. Ага, смешно. Да, это считаю у нас порядка тысячи. Это 1600. 1700 гривен. 2,5 будет за электроэнергию. Ничего себе. А что ничего, взрывать кого-то. Сейчас делается, сейчас. Если будете. Они всех зажимают. Они все по беспределу, потому что не понимают, что они полностью. Все для людей. Да-да. Да, суки такие, что пипец. Нет, это не парь, смотри, лампочка до задницы. Главное, чтобы вот это вот. Так, вот так. Изначально не так она вначале. Вот сюда. Вот так вот. Да, ну вроде она сломана. Отломана эта фигня. Да, такие с ним-то такие. Да. Это не, это не полностью отломано. Да. Вот так вот. Вот теперь что. А, ну, ездит против. Повернулась. Да, повернулась. Угу. С первого раза. Крутится, да? Да, сейчас. Там, да. Так все сильно затягивается, да? Еще даже не попал. Не попал? Все, ну все, прекрасно. Все осталось проверить. О да, ты посмотри по контактам. Потом у тебя, ты его проверяешь. Просто прозвонить. А? Прозвонить просто, чтобы не было. Ели? Максималки поставил. Угу. Максималку, да? Угу. Нормально? Не ломай дорогу. Так, что ты прозвал? Это что такое? Земля не пробивает, не пробивает? Угу. Не пробивает, да? Не. Послезавтра. Нормально. Да не включайте пока. Проверим, чтобы оно хоть загорелось. Загорелось, загорелось. Или на счетчик посмотреть, сандалик нормально. Я не поеду, да. Так что тут просто еще тут давит. Да, пошел. Все, выключай.